Присаживайся. Привет, Коль. Проходи, присаживайтесь. Заходите, присаживайтесь. Так. Ну что, кресло катаем? Мы сегодня микробы с тобой выгоняем. Хорошо, Колечка? Смешарики. Прекрасный выбор. Тогда включаем смешариков. Одеваем маску. Хорошо? Помнишь ее? Давай, одеваем. На нос. Прекрасно. Ими лапками поцарапаться, да? Ой, ты такой смелый, мы их сейчас всех заморозим. И быстро-быстро повыгоняем. Какой ты молодец, они здесь замерзают. Быстро сейчас вкусными-вкусными щетками и пастами. А пастой мы какой, тоже шоколадный с тобой будем выгонять микроба? Да? Шоколадный, хорошо, договорились. Прекрасно. Клубничным? Это, наверное, девочка до тебя клубникой дышала. Сейчас шоколадом уже запахнет. Давай с тобой глубоко-глубоко подышим. Понятно. Будем заказывать мороженое, да, с тобой, Коль? Открывай ротик. Все хорошо у тебя? Ага. Прекрасно. Сейчас с тобой чистым воздухом подышим, и я тебя отпущу, хорошо? Можно мороженое звонить, заказывать, да? Да. А у нас, я обещала, но мы сейчас посмотрим. Шоколадное. Сделай запачку, дойдешь? Все, пока-пока. Угу. До свидания. Сегодня на приеме у нас был мальчик Николай вместе с папой и со своей сестрой Полиной. Данную семью я знаю очень давно, они наблюдаются у меня регулярно, приходят на профилактические осмотры, и на последнем профосмотре мы выявили у Коли кариес. И сегодня первый раз лечили ему зуб. Все у нас получилось отлично, вместе с поддержкой сестры, так как ранее сестре мы проводили лечение, и прием также прошел позитивно, дети максимально адаптированы к стоматологическому приему, и поэтому нет никаких сложностей осуществлять лечение. Все нравится, вкусный воздух, обезболивающее, это варенье очень, со много со вкусом фруктов разных, ягод. Вот, могут дать подарочки, то очень хорошо лечит зубы. То, что они чистят зубы и много едят плохую пищу. Чипсы там разных гадостей, сладких. Но я могла бы посоветовать их.